В 2018 году планируется демонтировать около 600 незаконно размещенных нестационарных торговых объектов. Об этом на аппаратном совещании в правительстве Севастополя сообщил начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования правительства города Вадим Кирпичников. По его словам, в конце 2017 года было выявлено 783 незаконно размещенных НТО. Из них демонтировали 370. По словам Вадима Кирпичникова, работа направлена на создание здорового конкурентного климата. В прошлом году в результате оптимизации схемы размещения НТО осталось 1593 объекта. В 2018 году планируется дальнейшая оптимизация схемы размещения НТО с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения города Севастополя площадями НТО, обеспечения шаговой доступности. Кроме того, планируется включение в схему дополнительных мест для размещения НТО инвалидов, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей, увеличение количества НТО для торговли печатной продукции, а также НТО для торговли продуктами питания первой необходимости и хлебобулочными изделиями. По словам Вадима Кирпичникова, в Севастополе сократилось количество торговых точек, реализующих алкоголь. В 2018 году право на розничную продажу алкоголя получили меньше торговых объектов, чем в 2017. По состоянию на 1 января 2018 года розничную продажу алкогольной продукции осуществляют 393 организации на основании 423 действующих лицензий в 695 объектах торговли. По результатам проведения в 186 торговых объектах и объектах общепита аналитических наблюдений за состоянием рынка алкогольной продукции установлено 110 фактов правонарушений в сфере розничного оборота алкогольной продукции. По всем случаям установленных правонарушений в 2017 году возбуждены административные дела и вынесены постановления об вынесении административного наказания.